Глава Тувы Владислав Хавалых в своем блоге сообщил, что лесничествами республики заключено более 500 соглашений с чабанами и фермерами региона по недопущению сельскохозяйственных палов и соблюдению правил противопожарного режима. Пока особый противопожарный режим ввели до 6 мая. При необходимости будем его продлевать. В этот период пребывание в лесах допускается исключительно при наличии пропуска от Минлесхоза Тувы. Категорически запрещено проводить любые пожароопасные работы, разводить костры и сжигать мусор. В случае нарушения физических лиц могут оштрафовать до 40 000 рублей. Юрлиц – до 600 тысяч рублей. С начала пожароопасного режима в республике уже зарегистрировано 2 лесных пожара. Это возгорание на территориях Кахемского и Пихемского районов. В обоих случаях причиной является переход степного пожара, который произошел по вине человека. На утро 19 числа у нас зарегистрирован 3-й лесной пожар. Он происходил на территории Кахемского, Кожуна. На утро уже лесники дали локализацию 3-го пожара, но уже сейчас они ликвидировали данный пожар и делают уже карточку лесного пожара. 3-й лесной пожар по предварительным причинам произошел по вине человека. Также Саин Ондар рассказал, что все 3 лесных пожара, которые были зарегистрированы на данный момент, ликвидированы в первые сутки в течение 24 часов. Это показывает эффективную работу лесопожарной и авиапожарной служб. Мы хотим достучаться до каждого жителя нашей республики, что леса – это наше самое большое богатство, и мы хотим их сохранить. Поэтому давайте будем беречь нашу республику, нашу природу и наши леса от лесных пожаров и, самое главное, от человека. Информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах во время пожароопасного сезона является одной из основных задач Департамента лесного хозяйства Тувы. Данной работой занимаются общественные инспекторы по охране окружающей среды, у которых есть полномочия контролировать и отслеживать соблюдение лесных экологических норм и правил на территории нашей республики. Целью нашей работы является информирование граждан по поводу пожароопасного режима по республике Тува, поскольку половина пожаров случается по вине человека. Я считаю, что наша работа очень важна, поскольку деревья, то, что гибнет от пожара, очень важно и играет огромную роль в окружающей среде. Отмечается, что за нарушение требований противопожарного режима для граждан предусмотрены штрафы до 40 000 рублей, а для юридических лиц – до 500 000 рублей. В лесных массивах по всей территории республики усилены ежедневные патрулирования и круглосуточные дежурства лесных инспекторов районных лесничеств. Айдана Синденма, Батырбазан, Маргарита Мангуш, телеканал ТУА-24.